Всем доброго дня, друзья мои. Начинаю новый влог. Вышла немножечко на прогулку свежим воздухом подышать. Гуляю немножко в лесополосе в ближайшем от счастья. Не шумно, тихо, спокойно. По-осеннему тепло. Наслаждаюсь, что называется, последними теплыми осенними деньками. Вот люблю такую осень, когда именно тепло, когда нет заморозков, когда нет дождей, когда все такое вот разноцветное. Я сейчас повернусь на противоположную сторону, чтобы вам было видно. Вот красное, желтое, еще зеленое. В общем, вот такую вот осень по-настоящему теплую, по-осеннему теплую, да, я люблю. Что называется, еще можно погулять. Я даже расстегнула куртку, вы не поверите, насколько я мерзляк. Но у нас безветренно, в общем. Последние, можно сказать, теплые осенние денечки. Гуляю, наслаждаюсь. Сейчас пойду зайду в магазин. Ну и, конечно, домой. Да, кстати, напишите мне в комментариях, какую осень предпочитаете вы. И какую пару года, в принципе. Иду сейчас через лес домой. Не могу не показать вот эту красоту. Услана все желтыми листьями. Ну, реально красиво. А тополь или что это, вот желтые листья падают и устилают землю. Вот. Ну, картина маслом, серьезно. Вот, я не знаю, мне нравится. Вот. И тепло на улице, и красиво в то же время. Еще не снег, но земля услана таким ковром из листьев. Только что они желтые, но тем не менее не разноцветные, но все равно что-то в этом есть. Ну что ж, друзья мои, у нас с вами сегодня день уже следующий. Я иду с поликлиники сейчас домой, иду через лесок. Немножко приболела, и все мои планы пошли в тар-тарары. Как я люблю говорить, на великую, всем известную, любимую китайскую гору. Херам собачьим. Но, тем не менее, что есть, то есть. Сорвала я спину, была на капельницах. Сейчас немножко приостановилась, чтобы с вами поболтать, немножко подключиться, показать вам погоду, природу, ну и все, что с этим связано. Сейчас стою, вот болтаю, вокруг ходят люди, а у меня телефон стоит на селфи-палке, да, и все идут и оборачиваются, думают, что же она такая в лесу делает, да, с телефоном, как дурочка с переулочка. А такие интересные у нас народ, конечно, идут и оглядываются, но тем не менее, ну да ладушки. Пускай смотрят, помоют мне косточки, артрита не будет, хотя бы промоют то, что есть. В общем, сорвала я спину, да, сейчас уже остановилась немножко, иду пешочком, потому что можно было подъехать, у меня тут три остановки до дома от поликлиники, можно было подъехать или маршруткой, или автобусом, на крайний случай вызвать такси. Но я понимаю, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что мне расхаживаться надо. Сегодня пятница, я пошла на прием в среду. В среду я пролежала как трупом, да. Вчера вот немножко подключилась на 20 минут, вышла с поликлиники. Чуток прогулялась вокруг поликлиники, села на автобус, поехала домой, три остановки. Сейчас вот решила сегодня уже пройти пешочком. Думаю, последние теплые деньки нужно словить, и тем более расходиться не нужно. Все-таки потому что лежи не лежи, сиди не сиди, а пешие прогулки, они полезны для здоровья и для легких в том числе. Поэтому, наверное, и хожу лесом. Сейчас вот вставила вам часть листвы, такая красота на самом деле. Оно осень, да, ноябрь, но по ощущениям, по теплоощущениям, по погоде, как будто бы ранняя весна, если бы не желтые листья, не желтая листва вокруг, красная, желтая, зеленая, вот это осенние цвета. Сказала бы, что ранняя весна, сейчас повернусь, высоко разноцветие вокруг. Красиво, вот солнце такое мелькает, портит кадр. Развернусь обратно, вот я надеюсь, видно, да, все такое цветное по-осеннему, да. В общем, что мне назначили? Назначили капельницы, таблетки, в этот раз обошлось без уколов. И хожу на прогревание. Да, сейчас расстегнута куртка слегка, но потому что после этих капельниц оно бросает немножко в жар. Отчасти поэтому тоже иду пешком, чтобы, что называется, остыть. Поэтому немножко планов у меня пошло под хвост.
хотела походить по магазинам, да, поснимать вам влоги из магазинов, обзоры разные, да, обзоры магазинов, обзоры товаров с ценами из Беларуси. Но сегодня я не ходок, я надеюсь, что, ну, не только сегодня, но в эту неделю, по крайней мере, я надеюсь, что эти влоги, эти обзоры покупок, обзоры магазинов, мы, конечно же, как это хотела сказать, скажите мне, я скажу, возобновим. Вот. Обязательно это все будет у меня на канале. Всему свое время. Немножко отойду, стану на ноги. И обязательно будем делать с вами обзоры. Сейчас вот по пути буду идти. Зайду на Валберес. Дочка заказала маркеры для рисования. Мне просто по пути я зайду, заберу, они не тяжелые. И сделаю обзорчик. Да? Там 80 цветов. Кстати, набор маркеров очень хороший для рисования. Я не знаю, что выйдет раньше, это видео или обзор на маркеры, ну, в общем, наблюдается, или это, или то, что-нибудь да будет. Ну, а по магазинам мы, конечно же, с вами еще погуляем. Вот. И хотела еще рассказать вам такую историю. Чуть не попала я на денежки недавно. Этот канал, как вы можете понимать, я начала вести совсем недавно, да, ну, относительно недавно. Каналу самому год. В прошлом году я залила, наверное, видео роликов 5, наверное. Они болтались, сами по себе, ну, как болтались, висели. А вести канал, так я начала заново уже, наверное, где-то с августа этого года, да, так плотненько вести канал. И, в частности, были у меня покупки с Валбереса, да. И, наверное, с месяцок назад пишет мне ВКонтакте мужчина, предлагающий мне сотрудничество с Валберес. Предлагает товары на обзор. Это чулочно-носочные изделия, капроновые, женские, да. И говорит, предлагает на обзор товар на 1000 на 1500 России. В принципе, для капроновых колготок, носков, чулков, это, ну, не маленькая сумма. Можно было бы на самом деле нагребти очень много всего. Сейчас немножко поменяю руку, эту камеру трясется, рука устала. Так. И говорит, вы купите, говорит, сделайте обзор, а я вам потом денежку, говорит, верну на карточку. Ну, я еще сама себе думаю, что за лохотрон, такого же не бывает. Ну, начала с ним разговаривать, общаться, то есть все, я говорю, хорошо, говорю, вы или мне сразу предоплату скиньте на кошелек, да, у меня есть как Юмани, так и Киви кошелек. Кстати, по поводу помощи канала, эти все кошельки у меня под каждым видео есть. В принципе, если хотите помочь в развитии канала, тоже можете донатить на эти кошельки. Донатные полосы я никогда не вывешивала. Этого делать не умею, но, как говорится, к слову пришлось. Так вот, я говорю, или вы предоплату скидываете на кошельки, или просто, говорю, отправьте Европочтой по номеру телефона. Это сейчас все легко делается, говорю, не вопрос. Я сделаю обзор, разбор, говорю, тем более, несмотря на то, что впереди зима, как бы чулочно-носочные изделия, подобные капроновые, они бы всегда пригодились, тем более у меня дочь взрослая, как бы, ну, две бабы в хате, это, как говорится, сами понимаете, всегда надо. И я понимаю, что этот паренечек начинает крутить, юлить, вертеть, в общем. Было очень сильно похоже на Кидалова, что, наверное, переговорив с одной из приятельниц, да, которая тоже занимается обзорами с Валберес, говорит, да, говорит, это просто лохотрон. Так что, ребят, не ведитесь. К чему я это все рассказываю, что канал относительно новый, да, и вот эти обзоры у меня идут в рост. То есть просмотры набираются, и неплохо, как я считаю, для начинающего канала. И, наверное, вот такие вот не совсем честные наркопродавцы пытаются подъехать на начинающих блогеров. Хотя блогером начинающим я себя не считаю. У меня есть второй канал, да, визуальный, который я вижу, говорю, веду уже больше 4 лет, да, далеко не начинающий блогер, но в плане сотрудничества с Валберес, да, в принципе, наверное, в этом плане я новичок. И к чему, то, наверное, думают, что канал новенький, девушка глупенькая, новенькая, новичок такой сейчас купит за свои денежки, отрекламирует, да,
И я в шоколаде, а она такая лохушка наивная, мало того, что отрекламирует из-за дарма за бесплатно, да, так еще и купит за свои деньги. Ну, не тут-то было. В общем, пошел этот продавец, да, на Великую Гору. Я к чему это все рассказываю, ребят, не ведитесь на подобные лохотроны. Лучше лишний раз проверить, перепроверить, узнать у кого-нибудь, кто этим уже занимается, да. Там больше, конечно, блогеров интересно, но тем не менее, возможно, интересно будет и зрителям также, потому что знаю, что блогеры есть не только на YouTube, да, но и девчонки активно ведут свои странички ВКонтакте, в Инстаграме и в других соцсетях, где пишут статьи, посты, тот же Яндекс.Дзен. Да, поэтому, девчонки, мальчишки тоже, будьте начеку, будьте бдительны, осторожны, лучше информацию лишний раз проверить. Вот такие вот у меня сейчас новости, дела, поэтому снимаю сейчас мало, вяжу тоже мало. На вязальный канал, ой, опять свет, солнце, фонарь не выключили. Ну ладно, вяжу сейчас мало, тоже заливаю то, что есть. Да, ссылка на вязальный канал будет под этим роликом тоже. Кому интересно, проходите, смотрите. Немножечко встану на ноги и, конечно же, всякие культ-походы, обзоры и прогулки по магазинам не только, конечно же, будут. Но, возможно, не только прогулки по магазинам. У меня на декабрь остался остаток отпуска 2 недели. И, конечно же, у меня есть планы на него, на декабрь и на отпуск. Хочется взять пару туров выходного дня по Беларуси. Но это пока только, скажем так, планы. Осуществятся ли они, я не знаю. Но я думаю, что если они осуществятся, будет очень даже интересно. Поэтому не теряйте, не пропадайте. Я тоже буду не пропадать по мере возможности. Если мой канал вам как-то хотя бы интересен и откликается, делитесь роликами с друзьями, ставьте роликом пальчик вверх. Это мне здорово поможет и мне, и развитию канала. И у меня немножечко будет стимул, скажем так, снимать для вас полезный контент. Ну что ж, я, ребят, я передохнула, отдышалась. Пойду дальше, мне чуть-чуть пройти осталось, да. И у нас немножечко поднялся уже ветерок, уже сколько, время 5, 6 час. Поэтому сегодня пятница. Пока сейчас дойду домой, покушать, приготовлю своей студентке. Она мне на выходные приезжает. Как раз маркеры ее заберу, отдам. В общем, пошла, ребят. Не теряйте меня из виду. Я не буду пропадать, и вы тоже пишите комментарии. На какие темы бы вы хотели поболтать, какие бы обзоры хотели посмотреть. Возможно, подкинете мне еще тем для болталок, пока я сижу дома, на какие темы вы бы хотели со мной поболтать. Поэтому пишите в комментариях. В комментариях будем общаться. А у меня все, пока-пока. Пошла я дальше домой.